Несмотря на то, что до 1 сентября еще месяц и сезон отпусков в разгаре, в ульяновских школах вовсю кипит работа. Гимназия номер один подошла к делу со всей серьезностью. В учреждении идут масштабные работы по замене оконных блоков и витражей. Уже отремонтированы актовый зал, учебные кабинеты и рекреации. На очереди бассейн и спортивный зал. Все стройматериалы, используемые в работе, безвредны для детей и сертифицированы. Уверенно заявляю, что гимназия обязательно будет в лучшем виде, готова и представлена государственной комиссией, которая начнет работать с 1 августа по 15 августа. Однозначно, что 1 августа мы сдадим начальный блок, здание начальной школы, и, думаю, 15 августа мы уже закончим все работы и сдадим здание и старшей школы. А в школе номер 35 Засвияжского района ремонт почти завершен. Руководство школы занимается возведением забора по периметру дворовой территории. Уже приобретено и установлено интерактивное оборудование. Также планируется в августе месяце проведение локальной сети по школе, потому что нам это будет необходимо для электронных дневников. Также мы получили последнюю партию вчера учебников для нового учебного года. 2500 мы уже получили, и последняя поставка вот сегодня-завтра должна быть. То есть 100% обеспеченность учебников у нас к сентябрю уже есть. Перед грядущей приемкой и исходом работ ознакомилась Людмила Вастина, координатор партийного проекта «Модернизация образования». Основная задача проекта – создание условий по развитию и совершенствованию материально-технической базы образовательных организаций, приобретению нового учебного оборудования и созданию комфортной школы. Школьной среды. Потому что самым главным аспектом в этом проекте является это качество образования. Качество образования, которое включает в себя исключительно все. Это и оборудование, это и кадры, это контрольно-измерительные материалы, это люди, которые составляют, работают в образовательных учреждениях. И, конечно, это самым таким серьезным аспектом является это строительство новых школ. По итогам визита координатор отметила, что школы подошли к подготовке со всей серьезностью и проблем с комиссиями возникнуть не должно. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.